как выглядит мое рыболовное место. Самое главное у нас – это прикормочный тазик. Он у меня под левую руку, чтобы было удобнее опускать сразу сюда кормушку, забивать ее и отпускать, собственно, в путь. Далее у нас идет рукомойник, кормовой мотыль, опарыш, насадочный мотыль и обязательно секундомер. Без него никуда. Подсадчик, поводочница и кормушки у меня тоже все находятся с левой стороны для собственного удобства. Потому что удочка справа, подсак в левую руку. Ну и, собственно, лещ. Красивый лещ. Поймал не только себя, но еще и подсак. С правой стороны у меня находится тапер, бокс с ароматикой, ножнички для измельчения живого компонента, куча экстракторов, петлевяз, кормушечки, емкость для резки. Ну и, собственно, сухая ароматика. Садок у меня находится с правой стороны, поставка под удочку слева. Ну, а я, собственно, сижу здесь и получаю удовольствие от своего обустроенного места. Теперь вы знаете...